Добрый вечер, почти вечер, почти 5 часов вечера. Иду в госпиталь, перед инфекционным отделением есть беседки, палатки гражданской обороны Италии, где делают тест на этот вирус. Взяла направление у участкового врача. И дают направление онлайн на email. Показываем через телефон направление. И бесплатно делают тест. Если даже я ничем сейчас не больна, я на всякий случай решила тест сделать, чтобы точно знать, что никаких вирусов у меня нету, кроме насморка. Как говорится, лучше знать, а то маленькая девочка, вокруг люди. Поэтому сейчас посмотрим. Иду, вот жара на улице, иду пешком. Сейчас посмотрим, покажу вам заодно, какие у нас госпитали в Италии, в Падово. Падово, между прочим, очень такой университетский город, где очень много всяких знаменитых докторов, врачей, где делают такие самые научные такие медицинские операции, спасают людей от всяких там болезней очень серьезных. Даже всякие трансплантации делают здесь. Каза дель Бамбино. По-моему, я уже подхожу, если я правильно нашла улицу, потому что я решила пойти по другой улице и немножко, по-моему, потеряла. Сама не могу понять, где нахожусь. Но, в принципе, по-моему, правильно пришла. Да-да, думаю, что правильно пришла. Сейчас посмотрим. Да-да, вот справа это больница. Здесь очень много корпусов. О, боже мой, здесь солнышко. Очень много корпусов. Так, посмотрим. Девчонки, вот пришла я делать тест. Вот сюда, вот в госпиталь инфекционного отделения. Очередь вызывают по номерам. У меня 16 номер, заполняешь какую-то бумагу и берут мазок. Потом спрошу, когда дадут результат анализов.
La vicinanza, c'è stata una la 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 Девчонки, я в центре, 6 часов вечера, но такая жара, я в шоке, надо бы мороженое что ли съесть, ну а сперва пойду схожу в клуб Педроки, до сих пор смеюсь над нашими любимыми хейтерами, клуб Педроки. Добрый вечер всем. Посмотрим, что происходит тут в центре. Посмотрим, что происходит в центре. Ай-яй-яй. Съем-ка я кусочек мороженого. Интересно, в этом баре есть мороженое или нету? По-моему, нету. Должна потом вернуться. Санта-Лучия никого нету. А, сегодня же пятница, вечер. Все, наверное, уехали на уикенд на море. Понятно, я думаю, где все? Сейчас будем подходить к Заре и Педроки. Ой. Какая-то феста, что ли, радио какое-то. Девчонки,
Сегодня в Педроке вечером какая-то феста. Посмотрите, как красиво. Красная шемизе. Льняное и красная сумка. А в Педроке готовится какая-то феста. По-моему, какое-то радио. В такую жару. Вечером, надеюсь, будет прохладнее. Сейчас посмотрим, что происходит в центре. Давно не была.